Так, сейчас 13 часов дня. Сравним, как на Х1 звучит в это время эфир на КВСВ. И потом сравним, как будет на немецкой. Так, Вера, слышно, маяк. Так вот, КВ. В общем, надеюсь, меньше шуметь будет на немецкой микросхеме. Приветствую, ребятки. Решилось заменить микросхему Х1, которая стоит в Олимпике. Она славится тем, что у нее очень большой уровень шума внутреннего, собственных шумов. И вот я решил заменить на такую редкую эквивалент этой микросхеме, на немецкую микросхему. Вот, посмотрим, что получится и улучшится ли прием. Вот тут у меня Х2 стоит, Х2, будем ее менять. Так, с горем пополам запаял я, поставил панельку. Сейчас надо будет все восстанавливать, это такой трэш. Все поотваливалось. Ну, как бы это нормально. Так, все, соединил тут. Использовал ПХВшку. Почему я люблю советские вот эти приемники, особенно платы их, да, это в кавычках люблю, тем, что делали их из говна. Вот, и этот текстолит, или не знаю, что это такое, ну, в общем, чуть-чуть переборщил с температурой, они сразу отваливаются, эти дорожки. Ну и все. Поэтому пришлось припаивать проволочки. Ну, в принципе, учитывая то, что здесь стоит теперь панелька, то это уже не страшно. Сейчас включим, посмотрим. Вот, ребята, 10 микрофарад, смотрите. Ну, вроде показывают 9,53, но как-то вот диод, что-то меня это напрягает, честно говоря. Вот. Вот такой конденсатор. В комментах напишите, должно быть так или нет. Ну, как бы вроде нет. Так, заменил я полностью везде конденсаторы на электролиты, нормальные поставил. Здесь. Поставил D18 вместо D9. Здесь поменял кондерчики, подстроил контура. Это у нас отвечает за КВ. Эта часть, я так понимаю, за СВ у нас тут. Здесь ничего не крутил, потому как уже до меня сломали там, ну, я и не трогал. Вот. Сейчас покажу, как это работает. В общем, я очень доволен. Даже не думал, что будет такой результат. Вот, кстати, у нас 41, этот, 40-ка. Можно для прикола поставить сюда этот
генератор. Ну, правда, я не думаю, что можно будет нормально настроиться. Так, ребятки, сделал я, получается, на средних, сейчас покажу. Частину авиаквитка, также квитки при... Увеличилась громкость, за сбыток, и не только. Затримку пассажира авиаприездника. Уже четко слышно морзяночку. Так, ну и на кого сейчас покажем. Так, вот антенна. An outstrode man without any outer garments heading for the courtyard. He looked worn out and irritated. Так, вот 40 метров сейчас включил. Так, ну что могу сказать? Мне кажется, что замена микросхемы немецкой в какой-то степени, конечно, добро сделала. Опять же, чисто без приборов. Мне кажется, что шума, возможно, и меньше стало, но опять же, приборов нет соответствующих, поэтому не могу утверждать. Чисто на слух, да, меньше шумит, якобы. Но в любом случае... Очень большое дело мне дал замена диода D18 и в первую очередь замена окончательная
вот этих всяких таких непонятных конденсаторов, которые показывают у нас диоды вместо кондеров. Вот. Ну и как видим, результат, я считаю, неплохой. Так что, ребята, вот такая вот модернизация была произведена мною. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки. И всего доброго, 7.3.